Это в последние годы путем провокаций нас пытаются противопоставить друг другу. Но тот факт, что мы стоим в одном ряду сегодня, рядом со своими предками, которые прошли через страшные испытания, неспосланные Всевышним, и достойным образом сохранили имя мусульманина, имя кавказца, имя дагестанца, имя чеченца, имя представителей адыгских народов, абхазов. Уже это говорит о том, что Кавказ будет жить, иншаллах, как единый народ, как единая община. Валлахи, каждый раз, когда что-то происходит с чеченцами или с ингушами, рядом с ними будут стоять, иншаллах, дагестанцы. Каждый раз, когда что-то будет происходить у аварцев, у лакцев, у даргинцев, у лезгин, табасаранцев, кумыков, рядом должны стоять ингуши, чеченцы, карачаевцы, адыги, балкарцы, абхазы. Именно этим жил и будет жить Кавказ.